есть для всех новость, для всех блогеров, для всех поисковиков. Вообще сверху лежал. Я уверен, что это динарик. И смотрите, иду себе такой. И что же я вижу? Есть находочка по Руси, друзья. Крестик. Керамики тут куча. Идем дальше искать, смотрите. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». Выехал я покопаться в выходной денек. Хожу вот по такому вот замечательному полю. Я, конечно же, тут не первый. С осени тут, блин, ветер, наверное, задувает очень сильно. С осени тут прошлось достаточное количество поисковиков. Но за зиму перепашечка немножко подуселась. И я думаю, должны быть какие-то находки. Обольщаться особо не стоит, потому как поле изрядно вытоптано. По уже сложившейся традиции хочется передать привет группе в Вайбере Cop.ua. Ребята, вам всем огромнейший привет. Есть для всех новость, для всех блогеров, для всех поисковиков. Есть приятная новость, ребят. Мы зарегистрировали общественную организацию «Спилка блогеров Украины Cop.ua». Приглашаю всех блогеров присоединяться к этой организации. Все подробности пишите в личку. Всем отпишу, всем все расскажу, объясню, для чего нужна организация, что она дает, что не дает. В общем, никого не заставляем. У кого есть желание, присоединяйтесь. Хожу, ребят, я, наверное, минут 30, и есть у меня первая визуальная находочка. Я вам сейчас покажу, я никогда раньше такого не находил. Мне кажется, что это бусина. Сейчас вместе с вами посмотрим. Не знаю, как меня слышно, потому что такой ветер, что просто капец. Смотрите, какую красоту я нашел. Бусина, мне кажется. Для прясла очень маленькая. Прикольная штучка такая. Никогда раньше ничего подобного не находил. Интересная. Вот такое вот поле, друзья. Кукуруза здесь росла. Буду ходить топтаться. Прошлые года здесь были находки. Я думаю, в этом тоже должны быть. Посмотрим, в общем, не переключайтесь. Я дальше искать пошел. Есть находочка, друзья. Не прошел я 10 метров от бусины. Вот где-то вот там вот, вот я нашел бусину. Метров 10 расстояния. Есть находочка. Спинка с фибулы вывалилась. Спинка с фибулы. Выкопал я ее с глубины ада, наверное. Ну, больше штыка яма. Находка. Берем, идем дальше искать. Мужики какие-то. Лес там. Пилят лес там, воруют, наверное. Ладно. Берем фибулу, идем дальше. Место интересное. Стоит здесь походить. Не переключайтесь. Друзья, еще одна фибулка вывалилась. Сверху лежала. Копать ее особо не пришлось. Смотрите, какая она манюсенькая. Просто крохотунька. Детская фибула. Я таких маленьких фибул, по-моему, даже и не находил, что-то я не помню. Подкрутил я вчера, посидел Deus, поигрался еще раз с настройками, и как-то он у меня стал
стабильней и глубже стал искать. В общем, кому нужны настройки мои, маячьте, буду вам говорить. Вот такая вот находка. Денек хороший, солнечный, тепленько, ветер только немного задувает, а так, в принципе, можно ходить комфортно. Ладно, пойду-ка я дальше искать, не переключайтесь. Ну что, друзья, по моему довольному лицу вы уже, наверное, догадались, что у меня есть хорошая находочка. Сейчас вместе с вами посмотрим. Смотрите, какой прикол. Вот следы, чужие следы. Вот так вот кто-то шел в ту сторону. Это прикол. Вообще сверху лежал. Я уверен, что это динарик. Ух ты ж, мамочки. Блин, он такой залипший. Капец. Я уверен, что это динарик. Блин, ну на нем, ну вообще ничего не видно. Ох ты же, грусть, печаль. Грусть, печаль, друзья. Блин. Я думаю, что с него что-то откиснет. Что-то будет с него. Блин, как жалко. Ладно, я его дома отмочу. Я думаю, если с него что-то получится, вы фотографию вот здесь вот увидите. Блин. Интересно, кто там? Интересно, кто там? Ладно. С него куски отваливаются. Идем. Идем дальше искать. Вот такое вот поле. Чужие следы вот здесь вот. Вот там вот я фибулу выкопал. Хожу вперед-назад, выхаживаю. Хатынка тут, видимо, стояла. Я хожу. Ладно, друзья. Пошел я дальше. Смотрите. Хожу себе, гуляю вот так вот вперед-назад. И смотрите, иду себе такой. И что же я вижу? Блин, поломанная пряселка, друзья. Пряселка. О, еще какой-то узорчик на нем есть. Видите? Полосочки. Пряселка. Жалко, поломанная. Был бы очень даже интересный экземплярчик. Прясла. Вряд ли ими тоже рассчитывались как деньгами. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту теорию. Находка. Сломанная, но находка. Идем дальше искать. Есть, ребята, находочка. Фибулка вывалилась. Спиночка кругленькая такая. Круглой формы. Патина. Патина 2000-летняя. Находка. Техфибул уже дома. Я не знаю, 3-литровая банка, наверное. Что с ними делать?
лежат себе и лежат. Ладно, идем дальше. Смотрите, друзья, керамики тут. Бляха, ветер так мешает, что просто капец. Керамики тут куча. Толстая. Такая вот потоньше есть. Керамика. Есть находочка по Руси, друзья. Крестик. Выпал крестик. Целенький, с ушком. С этой стороны что-то есть? Да. Вот вам и по Руси находка. Бляха, ветер просто мешает. Берем. Идем дальше искать, смотрите. И снова находочка, друзья. Смотрите. Фибула. Спинка. Как-то они сверху все лежат, эти спинки. Одну глубоко выкопал, это сверху. Маленькая сверху тоже лежала. Находка. Находка. Была бы целенькая, было бы интересно. Хотя не стоят они ничего. Штучки 2000 лет, а ценности не представляют никакой. Кусок бронзы. Ладно, идем дальше топтаться. Смотрите. Ну, друзья, закончилась моя сегодняшняя экспедиция. Находочки вы видели. Как говорится, не густо, но и не пусто. Есть динарик, есть фибулы. Бусинка прикольная нашлась. Иду я к машине. Идти мне еще метров 500, наверное. Иду к машине и буду ехать домой. Фото находок сейчас приложу, вы увидите. Что сказать еще хочется, ребят, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем удачи, ребята, всем пока.